Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим песню, башкирскую народную песню «Гульназира». Очень красивая песня. То есть по просьбе моего подписчика. Чайник вскипел уже. Сейчас буду чай пить. Так что давайте побыстрее. Давайте сначала сыграю вам на баяне. Сначала, как всегда, правую руку посмотрим. Первая у нас идет нотка соль. Первая октава. До, ре, ми, фа, соль. Вот она, да? Первым пальцем берем соль. Дальше ля, до. Потом ре, ми, до, ля, соль, 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 ми. Повторяется соль, ля, до, ре, ми, до, ля, соль, соль, соль. Еще раз повторяется та же тема. Потом идет припев. До, до, ля, соль, ми, ми, ре, до. Ре, ми, до, ля, до, 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 ре. Ми, соль, ре, ре, ми, соль, до, до. Ре, до, ля, соль, ля, до, 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 ре. Ми, соль, ре, ре, ми, соль, до, до. Ре, до, ля, соль, ля, до, до, до. Это у нас правая рука идет. Давайте посмотрим левую руку. Тут два раза играем до мажор. Потом на ре септаккорд идет. Вот этот мажор, да? А самый последний ряд в левой руке, это у нас септаккорд. Два раза ре септаккорд. Потом спускаемся на соль септаккорд. Еще раз повторяется. Два раза до мажор. Ре септаккорд. Соль мажор. Еще раз. То есть, в общем, играем 4 раза в куплете. Дальше идет припев. Идет 4 раза до мажор. Раз, два, три, четыре. Два раза соль мажор. Два раза до мажор. Дальше идет 1 раз до мажор. 1 раз соль мажор. Опять 1 раз до мажор. Потом поднимаемся на ля минор. Это у нас через 2 кнопки вверх. И потом вниз спускаемся подряд. Ре септаккорд. 1 раз соль септаккорд. До мажор 2 раза. Потом опять повторяется 1 раз до мажор. 1 раз соль мажор. 1 раз до мажор. И опять ля минор. Через 2 кнопки вверх. Минор это у нас где находится? Вот после мажора следующая кнопка. Потом спускаемся вниз. Ре септаккорд. Соль септаккорд. И два раза до мажор. В итоге получается вот такая песенка. Давайте, всем удачи. Сегодня 31 декабря. Всех с наступающим годом. 21 год. Чтобы все вам принес самого наилучшего. Всем пока.